Здравствуйте, друзья! Для тех, кто не знает, как установить плагин от спама в комментариях блога Checkbot, вот в этой видеоинструкции я как раз и покажу, что нужно сделать. Значит, первое, нужно, естественно, скачать этот плагин. Это можно сделать по ссылке из моей статьи. Вот отсюда. Нажимаем. Появляется вот такая страничка, да? Здесь вы должны нажать Download версию 1.02, после чего вот нажмете сохранить файл, да, выберите и нажмете ОК, и начнется скачивание. Вот, значит, этот скачанный плагин, теперь его нужно загрузить именно уже на наш блог. Так, это давайте закроем. Здесь переходим плагины. Вкладочка. Добавить новый. Все, здесь выбираем загрузка. Выбираем обзор. И выбираем наш плагин, да, который мы скачали. Вот Checkbot 1.02. И нажимаем установить. Так как у меня уже установлено, я это делать не буду второй раз. Сразу сейчас перейдем в параметры. После того, когда вы установите, вам нужно его будет активировать. То есть вы можете активировать его сразу, вас здесь попросят, будет запрос «Активировать сейчас», вы нажмете «Да», и тогда у вас появятся настройки этого плагина вот здесь, в панелях инструментов «Параметры». Вот будет «Checkbot». Вот. То есть если у вас, если вы его не активируете здесь, то тогда здесь ничего не появится, и вам нужно будет его активировать. Делается как? Это следующим образом. Вы переходите на вкладку «Плагины». И здесь вот находите «Checkbot» и нажимаете «Активировать». У меня «Деактивировать», потому что у меня он активирован. Вам нужно будет нажать на эту кнопку, если вы его не активируете. Вот. Когда вы его активируете, здесь у вас, повторяюсь, появится плагин настройки вот Checkbot, вот в параметрах, нажимаем сюда, и здесь выставляете следующие настройки. Ну вот у меня сделано во всяком случае так. Здесь стоит язык русский, вот по умолчанию будет английский, вам нужно, естественно, будет поменять на русский. Здесь дефолт, метод подключения я выбрал автоматически. Здесь я поставил радио, кнопку отключить. Все, после этого нажимаем сохранить настройки. И теперь, чтобы оставить у вас комментарий на блоге, будет это выглядеть следующим образом. Давайте зайдем на мой блог. Предположим, вот к этой статье, чтобы оставить комментарий. Давайте напишу здесь тестовая запись. И, например, я не выберу вот этого человечка, да, и нажму «Добавить комментарий». И вот здесь у нас, видите, что появилось. Пожалуйста, если вы не бот, вернитесь и подтвердите это. Ваш комментарий, тестовая запись, то есть вернуться, да. И вот чтобы теперь мне оставить комментарий, мне нужно обязательно выбрать человечка с поднятой рукой. Он, вот он, вот я выбираю и нажимаю «Добавить комментарий». И вот видите, тестовая запись. То есть теперь прошел. То есть очень классная штука от ботов. Вот сейчас я тестирую уже несколько дней. И как сами видите, сейчас вам покажу. Вот. Ни одного спам-комментария не было за несколько дней. Когда я же пользовался только Акисметом, только плагином Акисмет, то у меня каждый день приходилось заходить в спам-комментарии и их удалять. Это несколько тысяч бывало. То есть, сами понимаете, какая-то экономия времени и, в конце концов, нервов. Ну что, значит, спасибо за внимание. Устанавливайте этот классный плагин Checkbot. С вами был на связи Артем Плешков, школа блогеров. Встретимся с вами в следующих видеоуроках. Пока!